गुरु शिष्य सनम नाम सर्वधर्म तमोत्तम तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। गुरु शिष्य सनम नाम सर्वधर्म तमोत्तम तस्मात् धर्मात् परो धर्मो पवित्रम धर्मो न विद्यते। शिशिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद हो देर इज नथिंग सच ऑस्पिशियस as guru seva. You cannot compare guru seva Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что нет ничего более благоприятного, чем гуру сева. Гуру сева – это самое благоприятное, что может быть. Шрила Прабхупад говорит, что исполнять волю садгуру, то есть я готов даже отправиться в ад, чтобы исполнить волю садгуру, Парамхамса Гурудева, то есть чтобы исполнять его наставление, я готов даже отправиться в ад. Можно подумать, что это просто какие-то слова, но нет. У нас есть наша свобода, вы можете думать, что this kind of speech, how we can digest? It's not good. То есть как это понять значение этих слов? But actually, common people cannot understand the. Ну, обычные люди, они не могут понять настроение гуру и вайшнавов. Это очень тяжело. Я много раз говорил вам уже, что когда Вриндаван Дас Такур, он хотел пнуть тех, кто не может принять его слова. И тогда Вриндаван Такур говорит, что я могу даже пнуть их. А Шрила Кришна Дас Кавираджа Госвами, он в свои читания Чайтамрити, он говорит о себе как о... More nam jai loy tar pap hoy, more nam jai shune tar punno khoy. Emon neghinno more kiva kiva gore. Вот он говорит о себе такие слова, Махарадж цитирует на Бенгале. We cannot find anybody. Мы не можем найти никого, кроме Нитянанды, кто может спасти нас. Он Нитянанда, он может спасти нас из любого состояния, в каком бы мы ни находились. Нитянанда Прабху, он всегда готов спасти нас, поскольку это их долг спасать живых существ. Provided you are ready to sing, go. Вся ответственность за наше спасение лежит на них, но мы должны повторять святые имена Нитянанды и Гуранги, этого достаточно. И вся ответственность за наше спасение, она находится у них. Нитянанда и Гуранга, они говорят, что они спасут нас. И в Гите Бхагаван Шри Кришна также говорит, что я спасу вас, вам не нужно жалеть и сожалеть о чем-то. На самом деле садгуру вайшнавы, они находятся на очень высоком трансцендентном уровне, и до тех пор, пока вы не разовьетесь, не достигнете того уровня, вы не сможете понять их правильно. Много раз я уже говорил о том, что если вы хотите служить Гуру Вайшнавам и Верховному Господу, вы сами должны возвыситься на тот уровень, до того трансцендентного уровня, и тогда, будучи на нем, вы уже сможете совершать севу должным образом Гуру Вайшнавам и Верховному Господу, поскольку тот человек, который совершает баджан и баджания васту, тот, кому он совершает баджан и процедура баджана, они все должны находиться на одном уровне. Если они на разных уровнях находятся, то тогда это невозможно. Supreme Lord,
И вот Верховный Господь, мы хотим служить Верховному Господу. Мы хотим служить Гуру Вайшнавам. И тот, кто хочет совершать баджан, и тот объект, которому служат, они все на одном уровне должны находиться. Если нет, то что происходит? Может, кто-то не согласен с этим, но я говорю об абсолютной истине. У меня нет никаких личных мотивов. Я просто нахожусь на нейтральном уровне и говорю о том, что есть. И по указанию Гурварги я должен говорить об абсолютной истине. И вот если мы совершаем служение, то наше служение, если мы, будучи в обусловленном состоянии, это наше, как сказать, служение, оно подобно просто какой-то зарядке или, как называется, репетиции, вот, оно подобно репетиции. А чтобы совершать настоящее служение, нужно возвыситься на тот уровень того объекта, которому мы хотим служить. И вот если мы возвысимся до этого уровня, тогда мы поймем, что Шрила Прабхупада говорил как раз то, что нужно. Может быть, я раньше говорил вам полгода назад. Что однажды Шрила Прабхупад, он говорил Харикатху. В Даке это видео было, сейчас это Бангладеш, раньше одна страна была, Индия, и его вечный спутник Нитья Паршад Винод Бабу, он был там. Он пришел, чтобы... Он хотел узнать, кто это такой. Великий саду с Гаудиматха приехал. И вот он пришел на его Харикатху. И между... И вот на этой Харикатхе он услышал следующие слова. Шрила Прабхупад говорил, что чтобы защитить какой-то незначительный интерес Гуру Вайшнавов, я готов принести в жертву все человечество. Но Шрила Кешава Махарадж, он подумал, что это, как это, как он может принести в жертву все человечество, как это вообще возможно. И что это, как это понимать? И вот он думал таким образом, и материальные люди, они тоже материалисты, они тоже не могут понять тех слов, которые сказаны Шрилой Прабхупадой, как, например, один политик сказал, что мы можем пожертвовать Господа Рамачандру ради нашей страны, но Шрила Мадхава Махарадж, он был категорически против, он сказал, что это политик Майавади, он, все, что он говорит, это полностью неправильно, мы должны говорить наоборот. Ради Рамы мы можем пожертвовать всей нашей страной для Господа Рамы. Мы можем... Раму не настолько дешев, чтобы можно использовать Раму для, или Кришну для каких-то целей вроде спасения страны или еще чего-то. Нет, это не так. Мы не торговцы, что мы можем использовать нашего Гурудева, его славу, его величие для каких-то своих целей. Не должно быть никакого. В моей жизни вы никогда не найдете такого случая. Я никогда не хотел использовать славу Гурудева для моих личных целей. Это очень плохо. И вот использовать Гуру Падпадму, Вайшнавов и Верховного Господа для наших личных корыстных целей – это одно, а служить им – это совершенно другое. Служить Гуру Вайшнавам, Верховному Господу – это категорически отличается от того, чтобы использовать их и их славу в своих целях. Это очень... И между этим
этим лежит очень тонкая разница, и далеко не все способны понять ее. Если я буду говорить об этом, то многие не смогут это принять. Очень тонкая разница в этом и есть великолепие Гаудия Матха. И эта Сиддханта, она есть только у Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати. Это очень тонкая философия, далеко не все способны ее понять, Шрила Прабхупад говорит. Например, вы пришли в дом какого-то богатого человека, например, может, он так называемый преданный, какой-то базу там совершает, уходит в храм иногда, ну, как сказать, такое, как сказать, ну, как, и можно увидеть, у него на стене висит картина Гаджендра Мокши или картина, изображающая Радха Говинду, и мы думаем, что он такой великий преданный, что у него такие картины висят на стенах, вот там панчатата висит или еще что-то такое преданное, но это глупо, и вы глупец, если Шрила Прабхупад говорит, что вы глупец, поскольку вы не видите, что такое настоящая бхакти, и поэтому вы неправильно понимаете вещи. У него есть склонность к наслаждению, и утром, когда он встает, и вот когда он так просыпается, он хочет видеть Кришну для своего собственного наслаждения, поэтому он как бы вешает эти изображения Кришны у себя дома. То есть он использует просто Кришну для украшения, как сказать, своего дома. Какие-то люди, например, говорят, что пост очень благоприятен, если мы хотя бы пару дней в месяц будем поститься, то это очень хорошо. И вот есть такие люди, которые едят все подряд, но по экадышам они постятся. И люди, которые это наблюдают, кто-то может подумать, что он такой... Он постится ради какой-то высшей цели. Но нет, если более детально разобрать, можно заметить, что он постится просто, чтобы... быть чуть поздоровее, ради здоровья, но это совершенно не бхакти. И также человек, который вешает фотографии Вишну-татвы, Кришны или еще чего-то, что вроде бы связано с Верховным Господом, но эти изображения Кришны и Вишну-татвы только для его наслаждения в его доме. И Шрила Прабхупад, почему он говорит, что он может принести в жертву весь мир ради защиты малейших интересов Гуру и Вайшнавов? Вот Винода Прабху, Шрила Кешав Махарадж, он сначала неправильно понял Шрилу Прабхупаду. И вот он начал думать. Но и так, слушая Харикатху, потом он понял. Он понял нечто очень важное, что Шрила Прабхупад, он прав, говоря эти слова, поскольку этот мир, он негативный мир. Я много раз говорил уже, что этот материальный мир – это искаженное отражение того трансцендентного мира. Если взять просто пример с простой математики, как считать? Если начинать с нуля считать положительную сторону, будет 1, 2, 3, 4, 5. Если считать в отрицательную, то минус 1, минус 2, минус 3 и прочее. Minus one is much more greater. И
по правилам математики, что минус 1, оно больше, чем минус 5. Minus 1 much more greater than minus 1000. И минус 1 гораздо больше, чем минус 1000. И это так, чем дальше в отрицательную сторону удаляться от нуля, тем значение числа уменьшается. Если считать положительную сторону, даже там, если взять одну десятитысячную или стотысячную, она будет больше нуля. И тем более гораздо больше, чем минус единица. И Шрила Прабхупада говорит таким образом, что те дживатмы, которые находятся в этом материальном мире, они находятся в негативном мире. Они не осознали себя. И это, если мы, нам придется принести их в жертву ради блага Верховного Господа, то в будущем, в тот или иной день, они, несомненно, получат благо. И кто-то вот меня спрашивает, что если кто-то оставляет жизнь ради родной страны, то что с ними происходит? Они возвышаются, либо, как сказать, деградируют? Я был очень доволен, когда мне задали мне такой вопрос. И вот те, кто хотят пожертвовать свою жизнью ради своей родной страны, они не отправляются в ад. Им может быть дан более высокий уровень для рождения. Но Верховного Господа не получат так или иначе. Они просто будут скитаться по этим 14 мирам, поскольку все, что есть в этих 14 мирах, все материально. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он понял то, что хотел сказать Шрила Прабхупад. И вот сейчас можно понять, что это так и есть. Шрила Прабхупад, то, что сказал Шрила Прабхупад, чтобы защитить даже минимальный интерес Гуру Вайшнава, я готов отправиться в ад с заданием. Но все же я буду служить им. Кто-то может думать, что он служит своему Гурудеву. Но если ситуация будет такова, что вам нужно будет пожертвовать свою жизнью ради Гурудева, то готовы ли вы это сделать? Готовы ли отдать жизнь за Гурудева? Далеко не все могут это сделать. Но те, кто находится на нейтральном уровне, они могут говорить неприкрытую истину. И в этом случае, если что-то угрожает их жизни, то они не боятся, поскольку они уже готовы пожертвовать свою жизнью ради Гурудева. Вы можете помнить случай с Сахаджей во время Навади Дампарикрама в Идианагаре. Они хотели напасть на... Они хотели убить Шрилу Прабхупаду, и они напали на Парикраму. Они начали кидать сверху с крыш кирпичи на преданных. И все разбежались. И так или иначе, Шрила Прабхупад, он зашел в дом какого-то благожелателя, и этот дом был полностью окружен хулиганами. И всех этих хулиганов окружили это все здание, и выйти было неоткуда. И в то время I am the most dearest disciple of Prabhupada. They deserve this way. They deserve this way. They speak this way. Prabhupada love me very much. I serve Prabhupada. They all fly. Но и в то время те, кто называли себя самыми дорогими и ближайшими слугами и спутниками Шрилы Прабхупады, они все куда-то разбежались, и следа от них не осталось.
И там был только один Винодасила Кеша Госвами Махарадж. Он был готов пожертвовать своей жизнью ради Шрилы Прабхупады. И вот они обменялись одеждой, он сказал ему, чтобы Шрила Прабхупада взял его одежду, а сам одел одежду Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Винода, подобно Куреше, он спас Шрилу Прабхупаду, почему, и в этом его, почему он настолько могущественный? Поэтому, потому что он был готов пожертвовать свою жизнь ради Гуру и Вайшнавов. Если мы также готовы пожертвовать свою жизнь ради блага Гуру и Вайшнавов, то в этом случае мы достигнем успеха. Как, например, в случае просто с какими-то борцами за свободу, они готовы ради своей родины отдать свою жизнь, но среди преданных далеко не так. И такое же, когда Санатан Госвами, я говорил об этом, когда Санатан был, он заболел какой-то кожной болезнью. Но Махапрабху всегда, когда приходил к Санатану, обнимал его, а Санатан плакал и говорил, что не могу потерпеть. Махапрабху, зачем вы прикасаетесь ко мне? Я, что он какой-то проказой болел, и ему было очень неудобно, когда Махапрабху прикасался к нему. И Санатан Госвами, он жил вместе, в том месте Баджан Кутира Харидас Такура. Они считали себя очень падшими, они даже не ходили по тем улицам центральным, которые ведут к храму Джаганатха, чтобы никакие панды, не дай Бог, не прикоснулись и не осквернились. Они были очень смиренны. Если я буду объяснять вот эту шлоку, о смирении, что это значит? Быть смиреннее, чем травинка, поскольку травинка, если наступить на траву, какое-то время травинка, она как бы, то есть наступить, она сгибается. А если уйдем с этого места, травинка гордо разгибается. Но в случае с Кришнабаджаном это не так. Кришнабаджан, он очень сложный. В то же самое время очень прост. И как это возможно? Как это возможно, что Кришнабаджан очень тяжелый и в то же самое время очень легок? В читании Чайтамрити говорится, что Кришнабаджан, для Кришнабаджана нужна только любовь к Кришне и ничего иного. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, для Кришна-севы нужно иметь огромную любовь, привязанность к Кришне и ничего иного. И для любых других полубогов вам нужно так много всего организовать. И, то есть сложно у них запутано все. И эти полубоги могут быть довольны вами или могут быть недовольны, это уже другая история. А с Кришнабаджаном все гораздо проще. You are very poor, Pidurji, very poor, not taking even a single penny as a pranami. Как, например, Видура, он был очень беден, он даже ни копейки, а он даже служил в царстве бесплатно, не брал никакой копейки. И еду он себе просил подаянием. И вот он так ходил после царской службы, он ходил, просил подаяния, и когда ему давали какую-то еду в качестве подаяния, он ее готовил и ел. Если мы готовы использовать деньги тех людей, которые наслаждаются жизнью, у них есть склонность к наслаждению, то вы не сможете продвигаться в вашем баджане. Это невозможно.
Шри Чайтанья Махапрабху вот в этой шлоке говорит такие слова, то, что если мы будем есть в доме наслажденцев, то наш баджан, он не сможет развиваться. Много раз я говорил, что Парамахамса Гурудев Вайшнав, они находятся на таком уровне, что мы не можем понять их великолепие. И вот так или иначе мы должны доказать нашу искренность, возвыситься до того трансцендентного уровня, где находится Гурудев, и тогда уже возникнет вопрос служения, что делать, чтобы Гуру Вайшнава были довольны нами. И в тот день я сказал вам, что Питамаха Бишма говорит, эти слова, Паритяга Видхияте. Питама Вишна speaking. If my Gurudev not knowing anything, если мой Гурудев ничего не знает о сути писаний и говорит какую-то ересь, Гуру Рупи Абилотапсо. Карджа Карджо Маяното Утпатапати Ваньяшо Паритяга Видхияте. То нужно оставить такого гуру. That's why for long time, и поэтому долгое время я говорил, последние 2-3 года Гуру Таттву с различных сторон. Я рассказываю, то есть если какой-то Гурудев не знает Сиддханты, либо не следует своему Гурудеву, то как понять, что, как, например, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он Махапуруш, великая личность, это просто подобно математике. Если посмотреть на жизнь Шрила Сиддхартха Госвами Махараджа, видно, что его жизнь, его Сиддханта, то, что он пишет, если вы достаточно умны, вы поймете, что он полностью находится на одной линии с Шрилой Прабхупадой. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что малейшее отклонение от пути вашего Гуру Падмы оно... И так вот, Махарадж говорил, что малейшее отклонение от пути вашего Гурудева, оно может скинуть вас с пути Харибаджана. Даже малейшее отклонение от Гурудева, оно может скинуть вас с пути Баджана. Но опять же, если вы отклонитесь и потом вернетесь на этот путь Гурудева, это уже другой вопрос. Но если у вас есть такое малейшее отклонение от пути Харибаджана, то есть оно, если дальше продвигаетесь, то это угол отклонения становится все больше и больше. Как, например, в тригонометрии, если две пересекающихся, даже не пересекающихся, а практически параллельных линий, они пересекаются под определенным углом. И чем дальше мы проводим линии от этой точки пересечения, тем градус их расхождения становится все больше и больше. И вот Шрила Прабхупад, он этот пример приводил. Шрила Прабхупад говорил, например, вы отклонились в Сиддханте от своего Гурудева. Может, вы отклонились на какую-то десятую часть градуса, внешне выглядит, что эти линии, они практически параллельны, но это с первого взгляда только. Но если мы эти линии проведем до, скажем, бесконечности, то
этот очень незначительный угол, он будет все больше и больше, в зависимости от того, сколько мы продлеваем наши линии. Sizable enough to grab the whole world, diameter of the world. Follow. Если мы эти две линии проведем то бесконечности, то между ними будет такое расстояние, что мы можем вместить весь мир. И также, если сейчас у вас есть какое-то малейшее отклонение от учение вашего Гурудева, то оно может постепенно скинуть вас с пути Баджана. Кто-то может говорить что кого-то, что кто-то великий вайшнав, очень известен, очень уважаем. Но люди говорят одно, но впоследствии может все проявиться. То есть можно часто видеть, что те, которым поклоняются люди, их нет в списке Кришны. Поскольку некоторые совершают баджан как... Как Экалабья. То есть он делает то, что не... То, что не одобрено Гурудевом. Как в случае вот с Дроначарьей и Экалабхьей, почему Дроначарья хотел забрать палец его правой руки, чтобы он не мог стрелять вообще? Почему настолько жесток? Нет, он не жесток. Кшатрия должны заниматься своими обязанностями, вайши своими, шудры своими, а вне кастовые как бы свои обязанности должны исполнять, а браманы свои. Иначе, если будут, как сейчас, заниматься чужими делами, обязанностями, то вся социальная система, она сломается, как, например, можно видеть, что сейчас Шудра может стать каким-то религиозным проповедником, если Гурудев дает вам дикшу, то... И вот Махарадж объясняет, что когда Гурудев дает вам дикшу, он очищает вас. There cannot be any quality of a shudra inside you. Внутри уже после дикши у вас не должно быть никаких качеств шудры. А если они есть, то значит дикша не случилась. До этого я говорил вам, что вот как в случае с Нарадой, у него был один ученик, охотник. Но когда он получил посвящение, все его качества охотника, они пропали. И таким образом можно видеть, что практически невозможно. Чтобы это было не так. И вот в случае с Экалабхьей он хотел совершать баджан, как он хочет, даже несмотря на явные запреты Гурудева на какие-то действия. И вот он пытался так достичь успеха в своем стрелянии из лука. Стрельбе из лука, но Дроначарья он был против. Он был учителем, он считал Дроначарью своим учителем, но... Но Дроначарья не одобрял его, поэтому он просто взял какую-то фотографию Дроначарьи и ей поклонялся. Но Дроначарья, когда узнал, он был против. Но Экалабхья, ну, вся деятельность Экалабхи, она не была гуру бхакти.
когда он отдал свой правый палец Гурудеву, это не бхакти, а просто какая-то страсть. И вот смотрите, садгуру, какой же признак, главный признак садгуру? Может, какие-то глупые люди говорят что-то плохое, что Шридхара Девгасвами Махараджа, но я по его милости могу понять его настоящее настроение, как он смог написать такую великолепную аштаку Шрилы Прабхупаде. Если вы никогда не видели Шрилу Прабхупаду в своей жизни, то, читая эту Прабхупаду аштаку Суджанарватарачитападе Югам, то вы сможете понять величие Шрилы Прабхупады. До тех пор, я уже говорил о том, что до тех пор, пока вы не получите даршан Вани Сварупы Шрилы Гурудева, то просто физически, придя к Гурудеву, это бесполезно. Может, кто-то приходит к Гурудеву последние 40 лет, но если спросить вот такого человека, видел ли он Вани Сварупу своего Гурудева, то он даже ничего не слышал. А почему он ничего не слышал? Шридхара Госвами Махарадж, он говорил так много очень возвышенных, сокровенных вещей. Шрила Прабхупад говорил, что он лучший из проповедников Гаудия Матха. В Упанишадах есть такая шлока, Махараджа произносит. Может, вы слышали об этой шлоке? Что атма — это дух. Разве дух можно слышать? От атмы можно слышать, можно или видеть, как это. Но она невидимая, неслышимая, но мы можем и слышать, и видеть. Когда я буду говорить о Веданта Сутре, я докажу это утверждение. В Упанишадах говорится, и вот в Упанишадах говорится, что мы можем видеть атму, мы можем слышать атму, душу, как? И как это возможно, мы не можем понять. И вот сейчас, в будущем я буду говорить по Веданта Сутре и докажу вам по-научному, что если вы возвышены до этого уровня, как, например, почему Бхактивинода Тхакур в Харинама Чинтамани говорит. А сейчас проблема в том, что очень много глупых людей приходят на путь бхакти. Они не читают ни Харинама Чинтамани, ни Джава Дхарма, а сразу читают Уджвала Ниламани. Это просто глупо. Я не хочу иметь никаких дел с такими людьми. И вот если вы будете изучать Харинама Чинтамани, то вы увидите, насколько прекрасно там представление Веданта Сутры в поэзии. Очень просто, ясно и доступно. Вся сокровенная Сиданта Веданты, Шабда Татва и прочее описывается очень простым и доступным языком. Почему Шрила Бхактивинода Тхакур написал эти слова? Шрила Бхактивинода Тхакур, ради он сумасшедший, почему он так пишет, что в этих 14 мирах нет ничего, кроме более ценного, чем Харинам? Нет ничего более ценного, кроме Харинама. Этот весь материальный мир, он исходит из этих звуков святого имени.
Шила Бхактивинода Тхакур говорит, что тот Садгуру, кто принял полное прибежище у святого имени, тот, кто утвердился в Харинаме, он есть Садгуру. То есть тот, чей баджан Харинам, и кто утвердился в святом имени, и поэтому Гур Кишвадас Бабаджи Махарадж, он может решить любую проблему в вашей жизни. Как Шрила Прабхупад говорит, что мой гуру Падма Парамхамса-шрештха внешне может выглядеть, что он не совсем образован, но он может решить безупречно любую проблему, которая возникает в этом мире. Хотя внешне можно видеть, что у него нет образования, но все же он может решить любую проблему. Если Харинам явится в вас и дарует вам свою милость, вы можете увидеть его, как он есть. И те, кто получили милость Харинама, только они могут говорить Харикатху. Другие люди могут говорить Харикатху, но они просто говорят как профессиональные лекторы, и нет у них этого осознания. И поэтому я прошлый раз сказал, говорил об этих шлоках. Те, кто шудры, они сейчас хотят принимать саньясу, брамачарию, чтобы у них был источник дохода. Oh, Maharaj, you are coming. Take pranam. I can put him back. But a pure person never cares. Чистые вайшнавы никогда не заботятся о прибыли. Вы можете им что-то дать или что-то нет, они совершенно не привязаны к этому. So, actually, Shudra. И вот Шудра. If you can find Shudra, his Shudraism is there. Если у человека качество шудры, то будьте уверены, он не получил посвящение, поскольку если бы он получил посвящение, то все качества шудры, они исчезли бы. Но это в том случае, если он по-настоящему искренне предался Садгуру. По крайней мере, мы должны чувствовать, что этот материальный мир, он не вечен. И куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть Кришну, видеть имя Господа. А материальные люди, куда бы они ни смотрели, они видят только телесную концепцию. Not more than that. Or maybe dry philosophy can memorize some. But we want to meet a realized soul. We are less interested to approach a nice philosopher. What philosopher can do? Kavi Kalidas was given the second, grade after Vedavyas. Кави Калидас в материальной науке ему дают второе место после Ведавьяса. Вот материалисты говорят, что он получил полную милость Сарасвати, не настоящий Сарасвати, а материальный Сарасвати. Его рассказы очень высоко чтятся, но мы совершенно не интересуемся его поэзией. Нам интересны самоосознавшие себя души, которые говорят то, что они сами осознали в своей жизни. И это путь, как можно понять, что вся сиддханта, весь вичар, все принципы, все действия Шридхара Дева Госвами Махараджа, они находятся в полном соответствии с жизнью и учением Шрилы Прабхупады или в случае
с Шрилой Пури Махараджем тоже там. И таким образом... Если какой-то гуру не знает сиддханты и мы получаем посвящение у него только для того, чтобы получить какие-то материальные выгоды, то это бесполезно. То есть этот гуру подобен ученику, подобен слуге своего ученика. Они могут действовать как ачарьи, но они служат своим ученикам как слуги. То есть они просто идут на поводу у всех. И даже могут давать посвящение каким-то проституткам. Шрила Прабхупада говорил об этом еще тогда, когда он жил, это было достаточно давно. И если вы потеряете свое нейтральное положение, Читание Читамрити говорится, что если вы не сможете поддерживать свой нейтралитет ко всему, то вы не сможете быть ачарьей. Атма-дхарма. Я говорю об атма-дхарме. Если вы не находитесь на нейтральном уровне, то, как вот, пример с царицей Виктории, она была настолько, как сказать, нейтральной, что она даже хотела наказать своего собственного сына. В Калькутте есть и этот мемориал в честь этой Виктории. И она была настолько, как сказать, она не духовно была, просто, как называется, беспристрастно, нейтрально, что могла наказать запросто своего собственного сына, как какого-то простолюдина. Ну а сейчас духовное, материальное и прочее все осквернено. И мы можем видеть, как мафия в системе образования, в политике, и духовная мафия тоже существует. Я могу это доказать на примерах. Может, то есть духовная мафия тоже есть, а кто может защитить нас? И поэтому Питамаха Бишма, он предупреждает нас, что если вы находите какое-то несоответствие, вы должны оставить такого рода и принять прибежище у шастра. Те, кто нечистый вайшнав, мы... Это пример с Харинам Санкиртаны. То есть это одновременно является для нас как процессом, так и целью. Это очень научный взгляд, как сейчас Харинам Санкиртан для нас это садхана и садья – это цель. Через Харинам Санкиртан можно осознать все лилы Шри Кришны. И поэтому все гопи, они плачут и говорят, говорят посланнику, который пришел к ним от Кришны, в Брахма-гите или в Гопи-гите, они произносят такие слова. Гопи говорят. Саванамангалам симадататам бхувигинантите
Буридаяна. Буби гинантите. Буби мин. Буби seventh questioning in this world. Буби это значит в этом мире. Кови. Кови. Вот эти слова кави. Этого гьяни, те, кто знает будущее, прошлое и настоящее. В материальном мире кави называются просто поэты. Но более глубокое значение буквально значит провидец. Согласно Бхагаватам, Сиддханте, кави значит тот, кто может видеть прошлое, настоящее, будущее. Очень четко и ясно, он и есть кави. Тене Брахма Идая Ади Кавайо Майянти Яд Сурай Кавайо. So you see, it's impossible. Actually, Кавиби Риритам. Кавиби, by Кави, by those they realize so that и вот эти самосознавшие себя души, они говорят, что Харинам, Харикатха – это лучшее решение всех проблем в нашей жизни. Гопи, они разве совершают садхану? Нет, для них это садья, это цель. Когда они повторяют имена Кришны, поют что-то о Кришне, они чувствуют, что Кришна с ними находится. Это верхататва. They can find Krishna standing in front of them. Поскольку когда они говорят, поют о Кришне, они чувствуют, что Кришна находится рядом с ними. Вираха, разлука и Милан – это встреча. When Milan, when unification, then you are feeling Vipralamba. Гуранга Махапрабху is the total picture of Vipralamba. А Гуранга Махапрабху, он олицетворяет собой Випраламбху, разлуку. Все его, он сам собой представляет Випраламбху. Если кто-то спросит меня, видели ли вы Шрилу Бхактивинода Тхакура, что я должен ответить? Что? Поскольку материальные люди могут сказать, что я должен ответить нет. Но если по милости Гурупадпадмы и Шрилы Прабхупады, если я смогу осознать татву, я могу сказать, да, я видел Бхактивинода Тхакура, поскольку, что значит Бхактивинода Тхакура, это его наставление, его наследие. Хотя Шрила Бхактивинода Тхакура ушел физически с этого мира, то он здесь, и вы должны чувствовать это, иначе нельзя назвать вас вайшнавом. Если ваш Гурудев ушел из этого мира, то ну, можно видеть четко и ясно Гурудева в то же самое время, через его учение, его наследие. И вот суть в том, что садья и садхана. Садья и садхана. То есть наш путь и цель нашего пути, они в одной категории должны быть. Как, например, вы слуга Гурудева, как это возможно, если вы не возвысились на этого трансцендентного уровня, где находится Гурудев? И поэтому много раз я говорил, что настоящий ученик садшишья, он не отличен от своего садгуру. Если вы не садшиши, уже стали садгуру, как это возможно вообще? Если вы никогда не следовали своему гурудеву, то как бы смогли стать садгуру? Садшиши, он и есть садгуру. Тот, кто сегодня садшиши, завтра можно обнаружить, что он гуру. И поэтому Махапрабху сказал,
что я должен выражать почтение слуге моего Гурудева. Я не могу позволять ему служить мне. И те, кто служит Гурудеву всем своим сердцем, я должен уважать их. Но те, кто хотят использовать Гурудеву в своем целях, то их тяжело назвать настоящими слугами Гурудева. И поэтому я начал с этой шлоки. И Кришна Бхагаван говорит, поэтому он говорит такие слова. Вот Кришна Бхагаван в Двараке говорит эти слова. Эва значит подтверждение. Если вы найдете человека, который полностью освобожден от материального и наслаждается своим баджаном, то тогда что вы сможете понять, что он получил полную милость своему Гурудева. На санскрите есть предлоги. Вот эти. Если вы будете использовать этот предлог перед каким-то словом, он увеличивает или уменьшает значение этого слова. Even meaning can change. Или можете изменить значение слова. When I say in Sanskrit, I say. Как на санскрите? Вот если мы говорим вот эти слова, прахара, прахар значит бить кого-то, а ахар значит есть. Sitting in front of one word. Вроде слова одинаково, пахар или ахара, разница огромна. Бихар. Или бихар, например. Ахар, бихар, санхар, санхар мин киллинг. Санхар значит убивать кого-то. Это вроде немножко отличается, а значение совершенно другое. И таким образом сложно все так. И Кришна Бхагаван. A prasanta mean is already prefix there. Prasanta mean Pacific Ocean, you see, is more than that. Prasanta – это нечто более спокойное, чем Тихий океан. Prasanta значит. Before prasanta already purna prasanta. Again, using another word. Два слова употребляется purna prasanta. И Кришна хочет доказать. Величие значения этого слова. То здесь прашанта значит тот, кто очень успокоен, умиротворен. Его сердце настолько очищено, что он наслаждается милостью Шри Кришны. Enjoying. Oh, if you can look at the eyes of a Vaishnava, you can see, so as if he is intoxicated. Если вы посмотрите на глаза Вайшнава, то вы увидите, что они находятся в блаженстве, их действия, их, как они ведут себя. То есть настоящие Вайшнавы, они всегда полны блаженства. И говорится, что then he can never feel any attraction from this material world. Если кто-то обретет милость Кришны, то anything, ничто не может, не сможет привлечь его в этом материальном мире. Гуру Вайшнавы, они никогда не стремятся к пратиште, к почету, к уважению в этом мире.
Sapacharamani Mirdina Che. Then Raghunath Goswami is speaking last. Maybe you are out of attraction, anything. But last you can feel pratishtha. It can kill you ultimately. It can kill you. И стремление к почету, к уважению, но самое опасное на пути Харибаджана. Кришна Баджан, он очень прост, и очень прост, но вы сами должны быть просты для этого. Прохлад Махараджа говорит так, что в любой жизни мы можем получить материю и, как сказать, наслаждение, связанное с этой материей, но только будучи в человеческой жизни, в человеческой форме жизни, только здесь можно совершать харибаджан. Обрести Гуру Вайшнаву в своей жизни не так просто. А мы какие-то материальные объекты наслаждения, они доступны в любой форме жизни. И вот если вы получили полную Гуру Крипу, то автоматически вы можете развиваться своими собственными усилиями, вы не сможете стать успешными. Только если вы получили милость Гуру, то вы можете возвыситься выше и там обнаружить Гуру Саву. И по милости, и так, Гурудев, он самопроявленный, и по милости Гуру вы можете совершать служение ему, но в материальном мире обычно видно, что кто-то получает дикшу, но совершает баджан, поклоняются Кришне и не развиваются. Почему? Поскольку их самопредание было несовершенно. Шрила Прабхупад хотел доказать нам, что Кришна Сева и Гуру Сева не отличны. И какое же их внутреннее значение? Иначе почему в Чайтанья Чаритамрите говорится? И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что служение чистым Гуру Вайшнавам, оно не отлично от служения Кришны. Однажды у Сиддхартха Госвами Махараджа вот какой-то преданный приходил к нему и вот кто-то спросил у Шридхара Махараджа, что и Гурудев сказал повторять лак Харинама. Но у нас много севы, мы не успеваем все делать, еще к тому же Харинама повторять. Что же делать? Шридхара Махарадж засмеялся и сказал, что мы повторяем Харинам, чтобы обрести больше и больше севы, а мы совершаем севу, чтобы повторять больше и больше харинама. Как это случается? В науке есть такое понятие, как взаимокомпенсирующие понятия. То есть, чем больше мы повторяем харинама, тем больше мы можем совершать служение. И чем больше мы совершаем служение, тем больше мы можем повторять харинама. И ни одного примера нельзя найти, что кто-то повторял бы только харинам, не совершал никакой севы и достиг успеха. Нет таких примеров. So much problem. I can discuss one by one. Bhakti pad iho kantaka koti ruddho ha ha kojami vikalam kim aham karomi. I can prove. You cannot understand.
You are so innocent, Guru Vaishnava, think he is my child. I can take him in lap and cross the ocean. Guru Vaishnava speaking, come to my lap. Guru Vaishnava зовут нас с собой, чтобы спасти нас из этого мира, но далеко не все готовы принять их предложение. На пути Баджана очень много опасностей, он очень много разных колючек, засад. Я могу один пример привести вам. In Vrindavan, those who are doing nice harinam. Однажды во Вриндаване. Sometimes doing parikrama, everything. Very problem I am speaking. How problem can arise? Я говорю о том, как проблемы могут возникнуть. How problem can arise? How different way, countless way, problem can come. You cannot know, your brain cannot work. Как они могут прийти к нам с разных сторон, что даже с тех сторон, где мы их не ждали, вот как, например, одна проститутка, одна же увидела какой-то вайшнав, он танцевал в божественном экстазе, воспевал святые имена Верховного Господа, и так или иначе, она, когда видела это, ее сердце изменилась, она решила поклониться этому вайшнаву, и она прямо в пыли, она принесла ему свой поклон, как в случае, который описывается в Джавадхарме, может, что-то похожее случилось. И вот что же там случилось? Один Майвади совершал свой баджан в своей келье. Вы, может, были в Варанаси, там очень... Это место Вишванатха. Там очень такие узкие улочки. И вот один Парамхамса Вайшнав, он повторял харинам, повторял святыми имена Панчататвы. И вот он так громко воспевал святые имена Панчататвы, играл на караталах, иногда падал в экстазе. И так дальше шел, и Майвади сидел там и смотрел. И он думал, неплохо бы пойти встретиться с ним, но вторая мысль пришла, что если я пойду, то... Что обо мне подумают? Я гуру Майявади, у меня 10 тысяч учеников, если я пойду встречусь с ним, если я пойду встречусь с ним, то люди будут смеяться надо мной, но через минуту он передумал, что надо идти, но потом опять передумал, что нет, не надо идти. И вот как, пока он так думал, надо ему идти или не надо, то этот вайшнав, он свернул на какую-то улочку. А в Варанаси очень много таких узких улочек, и куда он зашел, найти очень сложно. И вот когда он уже окончательно решил, что ему нужно встретиться с вайшнавом, он вышел и смотрит, его нету. Куда же он пропал? И он начал сожалеть, что я был глуп. И согласно Писаниям, согласно указаниям Писаний, он очень возвышенная душа. Я по своей неудаче упустил этот шанс. Но все же, смотрите, этот трансцендентный звук святых имен Шри Кришны Чайтанья Прабху Нитьянанды. И вот он услышал только эти имена, и... Но поскольку он услышал, оно поменяло его сердце, и он потом очень долго вспоминал, настолько прекрасен был этот звук. И этот случай случился около 500 лет назад. В то время имя Махапрабху было известно и уважаемо в Варанаси. А сейчас, к сожалению, забыто его имя. I know I'm going to lose my position here in my society. What? Useless.
впоследствии он отправился в Навадвипу. Он знал, что если я отправлюсь в Навадвипу с этого Варанаси, я, будучи гуру десяти тысяч учеников, я потеряю свое положение. Он, и этот Майвади, он занимал очень высокое положение в этой майвадской иерархии. Но так или иначе, он потом отправился в Навадвип. Он принял омовение в Ганге и спрашивал людей, где я могу найти вайшнава здесь. И вот его отправили в, на Гадруму Лакшми, какую-то кунжу. И там Бабаджи Махарадж совершал баджан, он находился в глубокой медитации. Он пришел, принес свой полный распростертый поклон, начал плакать, чтобы Бабаджи Махарадж благословил его. И Бабаджи Махарадж, он, услышав это, открыл свои глаза и сказал: «О, саньяси, ты кланишься мне, я попаду в ад, и поэтому садись сюда». И он обнял его, и по его благословению все проблемы решились. И вот он. Он остался в ашраме Бабаджи Махараджа, и Бабаджи Махарадж, он повел его к своему гуру Парадюмне Брахмачари. А потом его имя стало Нарисимхананда Брахмачари. И с тех пор он никогда не оставлял того места, поскольку он чувствовал какое-то трансцендентное блаженство. И он решил остаться в Навадвипе. Что же делать в Варанаси, если здесь дхамма самого Шри Чайтаньи Махапрабху? И так много примеров и описания величия Навадвипа. И потом, по милости Бабаджи Махараджа, он достиг Сидда Сварупа. Его имя было Вайшнавадас. Бабаджи Махарадж дал ему это имя. И some disturbance there. You must take care because otherwise the seva is feeling disturbance. Calling the name Siddha Swarup. Он указал его на, указал ему на его Сидду Сварупу. А сейчас все только сахаджи происходит везде, таких возвышенных случаев уже нету. In same body, if you feel that you are male and female both, then you are attracted. Что значит апракрита? Same body. Махарадж говорит, что если вы в том же теле, как, например, Шрила Прабхупад, он находится в теле Шрила Прабхупады, он в то же самое время на Яна Муни Манджаре. Или как Шрила Бхактивинода Такур, он Камала Манджаре, он занимается, совершает Гуру Севу и Кришна Севу. И если такое случится в этой жизни, вы осознаете себя, вашу духовную форму, то тогда это признак вашего успеха в этой жизни. А если просто учить стихи из Жвалани Ламани, это просто глупо, и вы никогда не сможете достичь успеха. Нужно следовать примеру данному нам Ачарьи. А почему я привел этот пример? Чтобы показать вам силу и величие трансцендентного звука. А что случилось вот с этой проституткой? Вот с того первого примера, она, эта проститутка, она как бы занималась грехом, но никого не оскорбляла, это очень важно. А поскольку любые грехи, по милости Гуру Вайшнавов, все наши грехи могут быть уничтожены, понимаете? Один харинам, трансцендентный звук, его более чем достаточно. Намабас, санкиртам, парихасам, стовам, хелонамевава, байкунтанава гаханам, асеш ага харанам виду. Асеш мане endless. А что значит бесконечные грехи и последствия, бесконечные последствия этих грехов?
просто повторяя Харинам Намабас, даже не Нама, а просто Намабас, тень святого имени, оно уничтожает все грехи и их последствия. А что же говорить о Харинаме? Если у вас будет возможность повторить святое имя Шри Кришны, то тогда... Вот это шлоки Шикшаштаки описывается, что произойдет дальше. Здесь описывается тот уровень, которого вы достигнете. Мы всегда должны пытаться продвигаться выше и выше. Не нужно застревать на каком-то определенном уровне. Каждый день перед сном вы должны подсчитывать, думать, что вы сделали для вашего для улучшения нашего баджана, духовной жизни. И вот Махапрабху хотел дать нам все, что такое випраламха. Он хотел описать все качества випраламхи. А если випраламха заденет, если наше сердце будет випраламха в нашем сердце, то, несомненно, мы достигнем успеха. Гаудия Баджан, он полон випраламхи, разлуки. А что случилось с той проституткой? Она слушала Харинам, слушала Харикатху. Гурудатва и Вани Сваруп Гурудева не очень могущественны. Смотрите, она занималась грехом, но не совершала оскорблений. И поэтому эта проститутка, она, подобно Лакахире, она решила раздать всю свою собственность браманам и вайшнавам. И вот, и как в случае с Дастакулом, та проститутка, которая пришла к нему, она три дня слушала Харинам. И это изменило ее сердце полностью. Но поскольку она слушала Харинам с лотосных уст Харидаса Такура, она раскаялась и начала просить о прощении. И Харидаса Такур сказал, что я знал, зачем ты пришла ко мне. Но я здесь для того, чтобы спасти тебя из своей беспричинной милости. Смотрите, насколько милостиво. Милостиво Харидаса Такур. Если какая-то женщина приходит ко мне, например, я не могу говорить с ней наедине. Никто не может войти нигде. То есть это первое, что, если Махарадж куда-то приезжает, он первое, что говорит, что я приехал не для того, чтобы собрать денег. Во-вторых, я не хожу ни в чьи дома. Если вам как бы очень обидно, то ничем не могу помочь. Я не хожу ни в какие дома. Вы просто приходите, слушайте Харикатху. И любая женщина, которая приходит, я их уважаю всем сердцем. Но я не могу позволить вам, чтобы вы одни заходили в мою комнату. Должен быть всегда кто-то рядом. Ну и в неположенное время вообще не заходить даже с кем-то. Вот если есть какие-то вопросы, то вот Махарадж обычно кто-то приходит, там, например, с 10 до 12 задавать свои вопросы. Но в случае с Харидаса Такуром, смотрите, эта проститутка пришла к нему, и никого не было рядом, но Харидаса Такур, он очень возвышенный вайшнав, и он, как сказать, не... Он просто под своим влиянием он смог изменить ее сердце. Она сидела и смотрела, как он повторяет Харинам. After 3 days, change her. That is the impact of transcendental sound. И это, смотрите, это последствия трансцендентного звука. То, что она, ее сердце изменилось, и вот случай во Вриндаване, который
что эта проститутка, она решила раздать все свое богатство. Она очень большое пожертвование отдала в Говинда Мандир, и когда этот Ачарья Говинда Мандира он, а он выгнал эту проститутку, ничего не взял, в общем, выгнал ее предварительно. А потом Говинда же явился этому Ачарье Говинда Мандира и сказал, чтобы он все украшения, которые она даст, он взял ее и украсил Говинду этими украшениями этой проститутки. И вот утром этот Пуджари, он... Пуджари, он... В общем, сделал так, как Говинда сказал, взял украшение проститутки и предложил это все Говинде и надел на нее, на Говинду. И потом это от имени проститутки организовали просад для всех. И те, кто пришли на этот просад, они... For 3 days fasting, oh Krishna, we are doing a bhajan, we are putting. И вот эти все эти все саду, которых пригласили на просад, они не знали, что этот просад приготовлен на деньги бывшей проститутки. Их просто пригласили, они как бы не знали, но все. Но все эти саду, которые принимали просад, они в следующую ночь они потеряли свою брамачарию. И потом они для искупления 3 дня постились. И на следующую ночь Говинда он явился во сне всем этим саду, которые были на том просаде. И вот, ну, и эти все саду начали возмущаться, почему так они столько лет брамачарью соблюдали, а тут вот семя потеряли, почему так? А Говинда им сказал, что как бы вас пригласили, но просад никто есть не требовал. Вот. А то, что вы ели, как бы, сами виноваты. Вот, и следующее, Говинда сказал, что появится какой-то вайшнав, Нитянанда, он про будущее начал рассказывать, какой-то Нитянанда даст Бабаджи Махарадж, и вот там опять было... Sweet ball, everything there. Sweet rice, whatever you like, you can take. Eh? Bhavaji Maharaj with humble mood entering this prasadam hall, taking all tulsi from top. И вот потом какой-то царь организовал просад опять же для всех. И этот Нитянанда Бабаджи Махарадж был первый, кто должен был принять просад. So we can all take. Sevak said, no, he didn't take prasadam. Yes, it too. No, I have seen. И вот этот царь сказал этому Нитянанде Дас Бабаджи Махараджу, чтобы он принял просад первый. Но этот Нитянанда Дас Бабаджи Махарадж был очень умен, он просто взял все туласи с просада и только туласи съел, и все. То есть... So actually we cannot imitate. Так и суть в чем? This problem how came? Follow how this problem came into the life of those they are practicing. То есть как эта проблема возникла в случае со всех этих всех саду, которые приняли просад, который был приготовлен на деньги проститутки. Actually about Kanishtha Vaishnava to speak.
То есть они как бы приняли прасад, но не как сказать, неправильно. А в случае с Нитянанда Дас Бабаджи Махараджа, у него была практически такая же ситуация, но он только принял туласи с прасада и все на этом. И никаких последствий у него не было. И если у вас будет чистое святое общение, то сегодня или завтра вы достигнете успеха. Туласи Дас говорит об этом вот в этом стихе. Сатсанга – это не шутка. Если у вас есть деньги, например, этого мало. Чтобы обрести сатсангу, в Бхагаватам говорится, что если мы накопили огромнейшее сукрити, то тогда, только тогда мы можем обрести сатсангу. If you can gather so much sukriti, then you can get the chance. То есть только накопив огромное количество сукрити, только тогда мы сможем обрести саду сангу. Shavan guru, shiksha guru, diksha guru, I can discuss someday. Shavan dasha, varan dasha, apan dasha, oh, very secret thing. So you see. И вот смотрите, Туласи Дас говорит, что без саду санги мы не можем найти ни единого случая, что кто-то достиг успеха без саду санги. И какие же обязанности Гурудева? Последние три дня я говорю об этом. Садгуру миле. Вот, когда мы обрели садгуру в нашей жизни, садгуру может показать нам, что есть тат, а что атат, то есть что вечное, а что не вечное, временное, что нужно делать, а что не нужно делать. Это обязанность гурудева вести ученика, помогать ученику. И поэтому гурудев должен снизойти на уровень мадья-мадхикара. Поскольку парамахамсы, они ничего не говорят, но парамахамса может действовать как ачарья. Шилакешава Госвами Махарадж говорит, да, те, кто настоящие парамахамсы, они могут быть ачарьями, они могут действовать как мадья-мадхикари. И тогда они могут дать вам какие-то наставления, иначе кто может сказать нам, что есть хорошо, что нет. Когда Гурудев говорит что-то о ком-то, это не его критика, это не критика. Если Гурудев вынужден говорить, что ну, не нужно туда идти, например, как Гуркишва Дас Бабаджи Махарадж, кто-то у нее спросил, можно ли пойти на какой-то праздник в Навадвипу, а Гуркишва Дас Бабаджи Махарадж сказал, что нет, ни в коем случае. Если бы это спросили у Вамшидас Бабаджи Махараджа, то он ничего бы не сказал вообще. А Гуркишва Дас Бабаджи Махарадж, хотя он лучший из Парамахамса, все же мог дать какие-то наставления и какие-то запреты своим последователям. Так, опять же, в этом случае с Брахмагитой, если кто-то там читал в Навадвипе Брахмагиту и какой-то преданный просил позволения туда пойти, то Бабаджи Махарадж сказал, что нет смысла туда идти, смотри, не говори только о деньгах, и никакой харикатхи там и близко не было. А если ты пойдешь туда, нужно выкопать землю на 20 футов и выкинуть, она вся осквернилась. Нужно эту землю заменить глиной с Гангей и вымыть все с навозом. Это место особенно, где сидел этот лектор.
И Гуркишвара Бабджи Махараджи говорил таким образом. Невозможно обмануть гуру Вайшнавов, они очень разумны. У них есть связь с тем трансцендентным миром. Вы не можете, может быть, не можете поверить, но у них есть связь с тем трансцендентным миром. А если эта связь теряется как из-за какой-то причины, они чувствуют себя как рыба, вытащенная из воды. Однажды один богатый человек пришел, чтобы к Бабаджи Махараджу, а Бабаджи Махараджа сказал, что нет, ты не можешь жить рядом со мной. Но этот человек сказал, я могу вот здесь рядом с тобой построить Баджан Кутир, я могу там жить. И после этого... Этот человек пришел к Бабаджи Махараджу, и Бабаджи Махарадж спросил, где ты живешь, он сказал, вот там, неподалеку. Баджан Кутир, да, я тут построил. Баджан Кутир, ты один живешь? Нет, с женой. Жена с тобой живет? Нет. Жена вот там, неподалеку живет, там отдельный дом у нее. И Бабаджи Махарадж спросил, ты ванапрастха? Он говорит, да, ванапрастха, а прасад, как вы видите, вместе жена готовит, а ем. Но и сегодня что ели? Баклажаны жареные, мунгдал и еще что-то там. И тогда Бабаджи Махарадж сказал, что ты тогда, это получается, что ты общаешься с женщиной. А он сказал, что нет, нет, ну смотри, через прасад такое общение происходит, ваша санга. Материальное общение, если вы общаетесь с материалистами, то настоящие вещи вы не сможете осознать. Это очень опасно. И таким образом, один за одним, Тулсидас говорит, если вы, у вас будет возможность встретиться с Садгуру, и Садгуру будет вам говорить, что нужно делать, а что не нужно делать. А если Садгуру что-то говорит вам, например, в частности, что не нужно делать, то это ни в коем случае не критика, а Садгуру просто хочет спасти вас. И в шастра говорится, вот эти слова, Махараджи на следующий день их объяснит. Пракрити и Пуруш, согласно Санкхе шастры, как все происходит, это все Санкхе шастры. Описывается. В этом мире, если мы критикуем кого-то, это очень плохо. А кого-то восхвалять тоже плохо. Шрила Прабхупада говорит. Нам не следует ни критиковать кого-то, ни восхвалять, поскольку ваше внимание может быть отвлечено от главного. Если вы критикуете какую-то обусловленную душу, вы вынуждены думать об этом объекте, который вы критикуете, или вы восхваляете кого-то, вы тоже о нем вынуждены думать. Это опасно для вас. Как, например, брат Раваны сказал, почему ты принял саньяс? Очень просто, ты взял бы, взял бы. А зачем ты оделся этим?
Then I cannot play my wicked game. Брат Равана спросил, зачем ты принял образ этого саньяси? То есть для того, чтобы похитить Ситу, он спросил, а почему бы ты сразу не принял бы образ Рамачандры? Тогда тебе гораздо проще было похитить. Ситу, но он сказал, о, мой брат, я знаю, как, вот смотри, когда я начал медитировать на Рамачандру, чтобы принять образ, я уже не смог бы ничего плохого сделать, и поэтому вынужден был принять образ саньяси Майявади. И поэтому, вот как в этом случае, нужно понять, что кого-то критиковать или кого-то хвалить, это опасно для вас, как в том, так или в ином случае. Но гуру вайшнавы, они, если вам говорят что-то делать или что-то не делать, они подобны докторам. Если они дают совет куда-то не идти, то они не получают никакого наказания. Same punishment you will have to get. Хотя Бхагаватам говорится, что если вы критикуете кого-то, то вы критикуете того человека, вы получите такой же результат за его грех, как и он. В Бхагаватам это описывается. Same punishment you have to get. You do nothing. Only you criticize. То есть даже если вы ничего не делали, а просто критикуете, то это опасно очень. И вот Туласидас Госвами говорит, когда вы обретете садгуру, то этот садгуру даст вам наставления, которые смогут изменить ваше сердце, что дальше делать, тогда вы сможете продвигаться, возвышаться на пути баджана. И под воздействием этого трансцендентного знания вы сможете возвыситься еще выше, и тогда вы сможете осознать все. Туласи Дас приводит такой пример с углем. Уголь, он очень черный, но когда уголь попадает в огонь, он начинает сиять подобно расплавленному золоту. Хотя без огня он просто какой-то черный, неприметный. Но когда горит, он сам становится подобно солнцу, раскаленному солнцу. И вот под влиянием огня качество черноты у угля уходит, но он становится сияющим и также с нами. If you can feel same jivatma there everywhere, if you like to see woman, nice pretty woman, handsome boy, follow what is. If you are interested about shape and design of all jivatma, then preaching is not possible for you. I can prove 100%. If you are busy with shape and design, then don't go for preaching. Yeah, just so we you are going to kill yourself. Если ваш ум находится в телесной концепции, и вы видите только внешнюю форму людей, то проповедовать, будучи в таком состоянии, очень опасно. Лучше совершайте баджан и не проповедуйте. Как у моего Гурудева кто-то просил благословения на проповедь, но Гурудев очень возмущался и говорил, какая проповедь, совершайте баджан. Я могу это научно доказать, что значит стать проповедником. Это значит утвердиться в всех правилах и предписаниях Ачарани Шри Чайтанья Махапрабху. Doesn't mean Kanishtha Adhikari can stay in Kanishtha
Это не значит, что Каништа будет находиться на уровне Каништи ведь вечность. Нет, это не так. Он может развиваться под влиянием сатсанги. Садусанги. Без садусанги мы не можем развиваться дальше. Без садусанги мы застрянем. Без сатсанги нет пути выше. Ваше самосознание, оно не поднимется дальше. Но и если, например, человек каништатикари, это не значит, что он всю жизнь будет каништатикари. Это не так. Постепенно он может возвыситься, достичь мадьяма адикара. И уттама адикара впоследствии достичь совершенства своей жизни. Тот, кто совершает арчану внутри храма, но никто то не чувствует никакой привязанности к Гуру Вайшнавам. Если какой-то, например, для нас очень важно выразить свое почтение Гуру Вайшнавам, как, например, случай в Шриле Бхакти Валахатирте Госвами Махараджа. Он даже однажды приехали к какой-то матхе, там Брамачари принял обет этого молчания и спросил, где тут ачарья, этот Брамачари мычал что-то из-за своего обета, но не говорите, потом он попал очень быстро. И если чистый вайшнав приходит к вам, ваша первая обязанность это должным образом принять его, как в случае с Индра Агасти Муни, когда он пришел к своему ученику, то он даже не выразил по его почтению. Агасти Муни разозлился, проклял его, и он стал слоном. И Кришна, сначала нужно служить Гуру Вайшнавам, и только потом Кришне, и также корова. Гомата. Корова. Кришна относится к коровам лучше, чем к своей матери. И даже он пьет молоко из их вымени. Корова для Кришны больше, чем его собственная мать Ганга Туласи. И тогда, несомненно, если вы будете вот заботиться о Туласи, in an orange warm light, because in from foreign country they ask question in front of me or Guru Maharaj. Это очень благоприятно служить таким таджавасту. Here we can, you can arrange warm light, because in warm lights, you know, photosynthesis is, you know, simply going on. Кто-то заботится о тулосе и в этом достигает успеха. Foreign country beating cold, even in Vrindavan. You cannot give protection to Tulsi Devi. If you are not taking necessary step, то есть даже во Вриндаване, если не зимой достаточно холодно, и Тулси от мороза умирают, если вы защищаете Тулси или организуете Тулси для служения, для подношения Кришне, либо служите коровам, именно классическим индийским коровам, то это очень благоприятно. Take the dust powder from lotus feet. Ганга. Yes, always I do. Или служите Ганге, это тоже очень благоприятно. I love. And Ганга, you have to go take bath very carefully. It's called Tadiya Vastu. Это все зовется Тадия Васту. Если вы заботитесь и служите это Тадия Васту, то есть то, что близко к Кришне, то Кришна Бхакти разовьется автоматически у вас. All Siddhanta I am speaking from different angle, so that you can realize. So Kanishta Vaishnava Prabhupada speaking,
И вот Шрила Прабхупад говорит, Каништа Вайшнав и насчет Арчана, больше или... То есть насчет Арчана, так или иначе, как... в Арчане, который совершает Каништа Адхикари, вопрос каких-то материальных вещей, там он присутствует, так или иначе, прямо или косвенно. Арчана. Когда Шрила Бхакти Прамод Пури Дева Госвами Махарадж совершает Арчану, это подобно, это нечто уникальное, это гораздо выше, да это другое. He should be put into rules and regulations, like Pancharatik Vidhan, I told you. Pancharatik Vidhan, Guru, is Archan Margi Guru, Bhaktivinoda Thakur speaking. Pancharatik Guru is Archan Margi Guru. And suppose that Pancharatik Guru somehow, someday, manifests in front of you as Bhagavad Parampara Guru. Can be, like Bhaktivinoda Thakur Srimad. First I saw he is Pancharatik Guru, he could be mantra, giving some restriction, rules and regulation. After that, one day, he is actually Mahabhagava. It can be so. Or in your life can be maybe some. This guru, after that you can be Bhagavad Parampara Guru. It depends. Like I give the example of Narottam Thakur Srinivasa, as I told you. So. It depends. According to your luck. И вот Арчана, она связана с материальными вещами. И поэтому Арчана, если совершать Арчану, да, даже совершенным образом, но все же вы можете совершать Арчану Лакшми Нарайане, хотя даже может быть, что в храме Лакшми Нарайане вообще нету, там может Рада Говинда присутствует, но когда вы совершаете Арчану, Шрила Прабхупада спросит вас, кому вы там поклонялись, и скажете, что Рада Говинде поклонялись, то это на самом деле будет такое, что вы поклонялись Лакшми Нарайане, поскольку у вас есть какая-то материальная концепция. Даже если эта материальная концепция ушла, Айшвария Бхава может быть, то есть чувство такого благоговения и, как сказать, то есть не то чувство, которое должно быть бы к Рада Говинде. Это другой случай уже, но обычно и когда нам Прабху он дарует вам свою полную милость, то тогда вы увидите, что у вас нет никаких других обязанностей. И как, например, у Уттама Адхикари, преданные очень высокого уровня, если он хочет сделать что-то. Uttama Adhikari is as per his level, he can think and go on. But when acting as Acharya, he used to prove that I am also watching Acharya. Arati, Prabhupada coming in front of Arati. So if I watch Arati, will have to come. But Arati, Prabhupada always speaking, seeing Prabhupada can watch Arati all the time. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, Bhakti Vinod Thakur always watching Arati. But still coming, acting as practicing acharya. Ну, а то есть пример с тем, что so, able, несмотря на то, что Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада, они, например, не всегда созерцают арати Господа, но они сами непосредственно ходят на арати, а ходят они для того, чтобы преданные тоже ходили. Они своим примером показывают, что нужно делать.
према матри ки по упекша. Я короти са магдамаха. But still there is category. Арча мева чо боле, there is also three category. First, second, third. And here, Ishware tadadineshu valisheshu diseshu cha. Ishware prema maitri ki bopekha. Prem. Friendship with like-minded people. Rajastama pakata yo samasila vayanti vaitoli. Like-minded devotee coming, you will have to do istagasti. Too high level, be very careful. И также мы должны общаться с людьми нашего уровня и с единомышленниками. То есть если... И обсуждать с ними какие-то темы. Ignoring, not doing anything. Tata, dukkha. Prema, maitri, prem with Krishna, maitri friendship with, you know, some devotee coming. Having some relation with Krishna, if istavasti you can do. Kripa for those who are balish. Balish means he is not doing a brahman, he is not knowing an innocent. Upeksha, those who are actually criticizing, for them ignore. Avoid. If you find one acharya criticizing, you will have to avoid. If you find somebody criticizing, you'll have to avoid. This way I can go on discussing so many points, and with time permit I can discuss about Viraha Tattva very nicely. You can feel. Today is the appearance day of Srila. Сегодня день явления Бхакти. Мадхусудан, Бхакти Камал, Мадхусудан Махараджа. I speak all Tattva to serve. Говорил сегодня о всей татве в его честь. Если вопросы какие-то. И вот вопрос об Экалабья. Вопрос, почему Дроначарья не дал ему служение, чтобы все его проблемы закончились? Но если бы Дроначарья принял бы его как ученика, это запрещено было, поскольку в то время социальная система была очень строгая. Если человек был шудра, то он всю жизнь у шудры должен был бы быть. I mean 14 years, 15 years back, I was discussing Varnasrama Dharma in Chaitanya Gaudiya Vrindavan, 7 days. И вот однажды я говорил о Варнашрама Дхарме в Чайтанье Гаудия Матхе, это было лет 15 назад, в течение 7 дней на Бенгале. All lost. That time no recorder was there, nothing. Some recorder was there, but they record and take back. Anyway, so social system can play. Но Дрона, поскольку Дроначарья был ачарья, не мог нарушить этого обета. И также он дал обет Арджуне, что никто не смог бы его победить и быть лучше, чем Арджун. Я могу... Но он уже пообещал Арджуне, что никто не сможет превзойти его.